Всех приветствую на канале. Выпал денек, точнее два денька. Ну так, вечерок и утречка. Приехали на эти места, там деревня, а здесь лес, где мы тогда со слепнями зашли, дернули пятак. Я не помню, мы видос снимали или нет, но пятак обалденный. Хотим попробовать посмотреть еще раз этот лес. На картах через него ничего не проходило. Не на Менде. Ну, короче, вообще ничего не было. А фактически монеты были. Может быть, просто шастали от деревни, потому что она здесь частично стояла на распашке дома. Вот. Покажем, что найдем. Или не найдем. Да, здесь еще граница участка была. Ладно, не переключаемся. Ну вот, друзья, подошли к лесу, к этому. Сейчас он Люба уже залезла. У меня сигнал. Выскочила копеечка. И тут же я ее сломал пополам. Такая хрупкая оказалась. Вот, сейчас туда углубляемся. Сигналов пока нет. Вот первое что-то. Что там? От молнии. А, еще только... Ну да. Дальше болотина начинается, непроходимая. Сигналов тоже нет никаких. Мусорных в том числе. Сейчас здесь побегаем. Побегаем. Попрыгаем. Поползаем. Вот что найдем. Был шмель, сейчас улетел. Здесь два сигнала, как хочешь, шмурдины из ямки. Закопаем чуть-чуть. Вот такая пуговочка. О, улетел шмуль. Вот такая пуговка прикольная. Здесь полазим. Отошел от пуговки буквально чуть-чуть. Пожалуйста. Екатерина, наверное, ну, с окислами. Будем отмачивать. Так вот. Что-то у нас Люба куда-то утекла. Не могу понять, куда. Прям сверху валялась. Девочка, сейчас фокус будет. Где фокус? Вот фокус. Вот такая гиречка. Пойдет. Вот ров идет этот. Так и бродим здесь. Вообще лес, конечно, прикольный. По весне сюда сунуться, когда этого бурелома травяного не будет. У меня сегодня день пуговиц забавных. Это современная, но прикольная. Смотрите. С машинки с такой. Ха-ха. Так и продолжаю идти вдоль канавы. Белончик пожаловал. Правда, затертый. Но, как наличие, очень приятно. Переехали из лесочка, из того. Будем туда наведываться периодически, на лужаечку. Вот сигнальчик. Прелесть. Душечка, 1797 год. Поход дел в сохране. Ха-ха-ха-ха. Зачет. Хоп, мы здесь были. Да, да, да. Начали косить.
Прошло несколько часов. Мы немножко поспали. Приехали еще одно место посмотреть. За моей спиной лес, через него шла достаточно крупная дорога. Здесь сейчас лэп проходит за моей спиной. А мы сейчас попробуем посмотреть внутри, что творится. Не знаю, сигнальчик, рамочник. Вот не видно. Дай помню. Да и фиг с ним. Так, друзья, вот отсюда, справа, там внизу, где Люб ходит, и налево, шла дорога. Она соединяла две достаточно крупные деревни. И наверху там была еще и церковь слева. Но визуально ее, конечно, не видно. Но мы ее сейчас поищем. Первый сигнал, но не то, что мы, конечно, хотели. Да. Современный. Ну, такая вторая половина 20 века. Десенчик. 61 год, стандартный. Ладненько. Разведка продолжается. Просто здесь более плоская поверхность, чем там. Там, да, но там очень много чернил. Да надо лазить, смотреть, тут уже сама знаешь, не угадаешь. Тут, вернее, угадать. Я хотела вот эту полянку пробить. Давай пробьем. Ищем. Я забыла включить камеру. Такой дружок у нас на зеркале поселился. Фокус поймает, есть поймает. Эй, получила? Он сидит. Прикольные виды открываются. Здесь типа лобного места какого-то. Ездили по лесу. И ходили, ездили. Находок что-то нет. Но у нас и времени нет, у нас 2 часа времени. Такой вот обрыв охренительный. Вниз уходит. Ну, это понятно. Типа капка 2. Вот. Находок мало за этот выезд. Снимать уже не будем. Прикрепим, если двундель нормальный будет. Вот. А так походили, отдохнули. Но мест новых, к сожалению, не нашли. Вот так вот как-то. Ладно, спасибо, что смотрите, ребят. До встречи и пока.